Был Даниил противником пленен, успешный Вавилон в плену достатком мучил, и там скорбящий испытал поклеп, через донос его Бог Иегова учит. И там в провале между двух огней к нему лавиной странное видение, зверье клыкастое в них, эдемский змей, и рог козла барана там подденет. Все царства мира жуткой чередой один другого с яростью истопчет, потом последний нехрист, лютый зверь. И страшный, страшный, даже в книге очень. А мы последние уже почти достигли, до зверства жуткого воссядет Иудей. Столичный город мыслится незыблем, из моря выходцы, зачатые в воде. Ни персы, ни медиане и ни Рим не вызывает в нас подобный интерес. При завершении мира царство то сгорит, на небе явится ярчайший солнце крест. Но Даниил увидел, в общем, даже нас, воскресших в страшном воскресении общем. Там по делам Бог каждому воздаст, не на других, а на себя возробщим. И книги некие раскроются тогда, по ним судимы, голые предстанем. Вселенная расколется на чудный рай и ад, и звери, жившие насилием и обманом. При завершении видений в книге Даниила сам Ветхий днями явится внезапно. Очистит свитки от вавилонской пыли, узрим войны грядущие с полохи и залпы. И не седьмины брать на пересчет, они окончились, последние песчинки. Готовность страхи сын царя учтет. 24 главу Матфея изучили? 8 июля 2007 года.